Доброго времени суток, дорогие друзья, подписчики и гости этого канала. С вами по-прежнему Аракис. В этом выпуске мы поговорим, да, о том же Рафике. Это уже получается какой-то там 25-й день, да, его развития. Итак, расскажем, что на нем, как на нем, да, и что мы будем в дальнейшем, естественно, делать. Как видите, магичку я эвейкнул, то есть докачал, все готово. То есть я недавно, сейчас покажу, кого еще перевел. Вот докачиваю корм, и сегодня-завтра я буду переводить еще Бернарда на 6 звезд. Решил переводить его, так как я докачал корм на этого Бернардика. Да, то есть я навыбивал этих самих же Бернардов, огненных, ветреных, да. И, соответственно, то есть на апал их. То есть я их же использую, то есть два в одном сделаю и переведу своего основного Бернарда на 6 звезд и допаю скиллы, скажем так. Но еще будет нужно несколько штук, чтобы зафулить первый и второй скилл, смотря как оно, конечно, проточится. Да, сейчас мы добьем этого медведика и я вам покажу, да расскажу, что я тут наделал. Купил я буст буквально вчера на 3 дня, да, так как я прошел 10 этаж, получается, чего-то там. Что я там прошел 10 этаж, по-моему, темного, дали 150 кристаллов, соответственно, появились кристаллики, вот, и мы за это купили. Потратил я буквально за день, наверное, кристаллов 200 на фарм, да, то есть я постоянно нон-стоп фармлю, но вот еще на 4 раза и все, и кристаллы закончатся, следовательно, я буду тратить только то, что будет у меня накапливаться в плане энергии. Да, вот, единственное, что я не отбил крылышко, это плохо, вот, по поводу здания, раз я закрыли, заговорил. Дивалмона я еще успею, конечно, купить до конца недели, так как сегодня какой там день недели, вторник, да. Вот, я его, естественно, еще успею выбить. Вот здесь вы видите, да, здание, как я поулучшал. Вот я еще раз апнул таинственное вот это растение, или как оно там, да, вот, чтобы быстрее восстанавливалась энергия. Здесь вы видите тоже, да, улучшения пошли. Здесь тотемчик я апнул, вот, и в дальнейшем я планирую апнуть тотем до 5%, так как 3-5 разница все-таки существенная, но кусается так как дорого, 640, да. Вот, параллельно будем улучшать все. Огонь я не стал пока апать, так как у меня огненных мобов, в принципе, одна калин, ну и корм, который я качаю, поэтому оно того не стоит. То есть я буду в перспективе апать воду для своей магички, чтобы она быстрее фармила. Ну и, соответственно, ветер, чтобы фармился гигант быстрее Бернардом, там, Шеннон и все, кто будут ветреные мобы там использоваться. Да, может, там Люшен выпадет, конечно же, естественно, 10 раз выпадет. Вот, что еще вам показать по мобам. Да, самое главное, по монстрам. Видите, да, у меня уже 1, 2, 3 шестизвездочных моба. Сегодня-завтра я буду переводить Бернарда, так как мне не хватает буквально, по-моему, одного моба. Да, и переведу, соответственно, Бернардика на 6 звезд. На гексаграмм напоминаю, что у меня есть все на Веромоса, но активно качать этих мобов, эвейкать и все такое нет смысла сейчас, так как Веромос у меня будет и так, скорее всего, одним из последних персонажей, которые я переведу на 6 звезд. То есть пока я не переведу Бернарда на 6 звезд, нет смысла заниматься этим Веромосом, так как все равно, даже если я его скрафчу, я, скорее всего, буду первое время брать Веромосов своих друзей, чтобы проходить того же гиганта и последующие там какие-то этажи, да, и всех остальных боссов. А когда я его докачаю, прокачаю по скиллам, да. Вот, по скиллам, кстати, сколько здесь уже? 2, 6, 7 дьяволмонов, 8 я куплю, 9 дадут по акции, 10 будет на следующей неделе. То есть 10 дьяволмонов уже по факту готово на Веромоса. И пока я его скрафчу и получу, у меня уже будет штук, наверное, 11-12 этих дьяволмонов, следовательно, скиллы у него фактически сразу зафулятся. Да, вот, что еще по корму, здесь всяких четверок там пару штук навыбивал, вы их видели, я думаю. То, что новое, я уже не помню. Вот видите, 1, 2, 3, 4. И вот буквально одного там моба вот я переведу. Там, допустим, вот этого петушка. И все, у меня готов Бернард на 6 звезд. Сейчас я это сделаю вряд ли, поэтому не буду терять на это время. Да, апну, если что, его вне видео. То есть я раскачал корма. Вы видите, много очень корма раскачалось. Да, вот однозвездочный корм тоже не брезгую, качаю. Постоянно покупаю в магазине газеты. Покупаю двухзвездочные серебряных мобов. То есть тоже и советую вам, потому что корма вам рано или поздно хватать не будет. Да, вот мана копится, потому что сейчас я ее трачу только на прокачку корма. То есть я перевожу корм, улучшаю, раскачиваю и так далее и тому подобное. Руны я сейчас никакие не точу, чисто дейлик сделать. У магички, у моей руны, вот вы видите, они уже точеные. Эта руна единственная, я еще не точил ее, плюс 15 надо будет как-то, буду на ней дейлики ежедневно делать. По 10 раз заточится, значит нет. Вот остальные руны плюс 12. Статы вы ее видите, они меня в принципе радуют. И для первой и третьей локации, которые фармлю, или четвертой, горы вот эти, где медведи, то есть ее достаточно. Единственное, на хейле босса она еще пока не тянет, так как плохо раскачаны здания. И если брать с ней, допустим, Шеннон, она тянет.
Вот, либо того персонажа, допустим, Бернарда, когда буду раскачивать, да, на 6 звезд, переведу и буду качать вот с лунет, они, естественно, вдвоем затянут. Одна она не вытаскивает, потому что не хватает ей там защиты, атаки, хп, ну и так далее, да. То есть, и она ходит явно не первая, так как у нее очень маленькая база по скорости, нужно тотем улучшать, да и вообще получше руны в дальнейшем. Ей поставлю деспайр какой-то с гиганта. Вот, в общем-то, и вся раскачка на моем аккаунте, я думаю, вполне неплохое время, да, 25 дней... Достойная, достойная раскачка. Я думаю, через недельку-две уже сделаем Веромоса, ну и начнем потихоньку фармить гиганта. То есть не в спешке, без доната абсолютно, без какого-то фанатизма, просто там вот качаю себе на втором окне, качаем Рафика, вот скоро будет 50-й левел, да, будем праздновать, получим за это кристаллы. Кстати, 50-й левел, вот откуда я возьму еще кристаллы, да, там же тоже что-то по кристаллам насыпят, а вот, соответственно, еще и крылышки дадут, и я за это раскачаю здание. Так что, да, приходите на мои стримы, там я показываю каждый день, что я делаю на Рафике, перевожу там мобов, а вот, делаю разнообразные розыгрыши. Кстати, сейчас у нас идет неделя розыгрыша на подписку, вы можете прийти и совершенно бесплатно выиграть свою подписку. Подробности есть у меня ВКонтакте на стене, и подробности есть у меня на самом стриме. Да, так что вы бесплатно можете стать платным подписчиком моего канала и получать все абсолютно привилегии. Да, у нас сейчас два розыгрыша, в котором вы можете бесплатно стать подписчиком моего канала. Так что милости просим, онлайн все веселее. Я буквально 2 или 3 дня назад делал на стриме абсолютнейший гайд. Я минут 30 рассказывал на стриме людям, какие руны качать, какие руны не качать, что дает вам та либо иная руна, какой слот дает, какие статы, в каком слоте есть уникальные свои фишки, вот, насколько проточится 5-звездочная руна, 6-звездочная, насколько максимум может проточиться доп. Дальше по поводу гидры, переделки рун, проточки рун, абсолютно все рассказал по поводу рун, и людям это очень сильно понравилось на стриме, да, то есть я им давно это обещал, хотя подобный гайд у меня был уже раза 3, так что милости просим, приходите либо посмотрите это в записи, и вы все увидите этого в очи. Так что, а по поводу Рафика, да, надеюсь, вам нравится эта рубрика, следите за ней, отпишите, пожалуйста, в комментариях, что и чего достигли вы на своем аккаунте, что выбили вы, я не знаю, может вам с рунами больше повезло, может вам какая-то первородка выпала, и вы не знаете, да, куда бы ее пристроить. Делитесь вашими комментариями под видео. Всем удачи в раскачке, качественного вам дропа, и пока-пока.